за кордон. Был он бледный, как покойник, миль пардон. Говорил он всю дорогу о Руси. Живы мы, и слава богу, гран мерси. Извините, мсье полковник, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? Ради чести и престижа не шучу. Он ответил, что я рыжий не хочу. Между прочим, сам Керенский за кордон перебрался в платье женское, миль пардон. Сбросив женскую одежду и корсет, не высказывал надежды тет-а-тет. Извините, мсье Керенский, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? Ради чести и престижа не шучу. Он смеется, что я рыжий, не ха!